Качера. Забирает, в конце концов, мяч Фахрутдинов. И ушел и сейчас и пространство почувствовал в дриблинге. И передача Качера. 1-0! За полминуты до финальной сирены гол в раздевалку забивает Артем Качер. С передачи Никиты Фахрутдинова. Ну вот Фахрутдинов сколько ошибок допустил и какой проход сделал. Передача в сторону от Алекса. И Качер прокинул в доме в самый ближний угол сейчас. Миадра Гаксентьевича, Артем Качер. 1-0. Да, вот это Артем Качер! Шестеров. Абрамов. Свободное пространство. Сергея Абрамова, который там из-под троих ему ассистировал, и уже один в один Андрей выскакивал, и там чуть сетка, по-моему, за спиной Аксентьевич не порвалась. Манов. И все-таки размочили счет игроки Тульпара. Очень хороший такой резанный удар низом с левой носком под правую же руку Сергею Викулову сейчас нанес Чингис Есиноманов. Кто там сейчас его должен был держать? Ну, Викулов, наверное, просто сейчас не ожидал этого момента. Алекс поменялся сейчас. С Пьянгрином. Да, так это и есть. Ну, сейчас какое-то рискованное движение сделал в направлении по линии, но так или иначе выдавил его. Никита все отобрал этот мяч у Болинги Никита Фахрутдинов. И второй год подряд екатеринбургская мини-футбольная «Синара» доходит до решающего матча международного евразийского турнира Кубок Константина Еременко. Два гола в концовке каждого из таймов.